Дамы и господа, всем привет! Площадки агроцентра региона Север. И сегодня, 10 июня, накануне проведения фолиарных обработок кукурузы, я хотел бы с вами поделиться приятными впечатлениями, а именно о работе почвенных гербицидов, которые мы проводили чуть более 2 недель тому назад. Но прежде чем я покажу вам варианты, которые были применены, я хотел показать вам, в каком состоянии находится сегодня кукуруза. На мой взгляд, достаточно большое количество сорняка. Кукуруза, как вы видите, находится в стадии 3 листьев. И, как мне кажется, самое оптимальное время применения фолиарных, проведения фолиарных обработок. У нас запланировано несколько вариантов гербицидной защиты в текущем сезоне. Но пока я хотел бы вам показать один из вариантов применения почвенных препаратов на кукурузе. Срок сева кукурузы 9 мая. Мы посеяли линейку гибридов компании Сингента. И обратите внимание на состояние участка, где был применен препарат Garda Gold. Напомним, прошло где-то в районе 15-16 дней. Препарат был нанесен 26 мая. И участок не обработанный. Также гербицидами отведен под популярные гербициды. Здесь будут применены препараты компании Сингента. И о эффективности фолиарных обработок я расскажу вам чуть позже.